Первые недели лета в Ульяновске обещают быть жаркими. Синоптики сообщают, что стрелка термометра будет держаться в районе 30 градусов и выше. Мы узнали у горожан, как они справляются с жарой. Честно говоря, никак. Невозможно спастись. Ну, приходите ехать на пляж. Я только вот вышла из дома, и ужасная жара, поэтому постоянно покупаю какую-нибудь газировку или что-нибудь типа того из холодильников. Только так спасаемся. А в теньке находимся и просто вентиляторы носим с собой. Водой. Очень много воды. И кондиционер. У меня дома 3 кондиционера. И все работают 24/7. Гуляем. Дома не сидим, дома жарко. Но солнышко для того и нужно, чтобы тепло было, загорать, поэтому никак. Ну, тенечек. Более чем достаточно. Обливаемся холодной водой в душе. Мне всего без 15-100, поэтому я справляюсь замечательно. Да, больше воды и кондиционер, все правильно. Но еще на пляж можно прогуляться. На это выходные, это работа, это чего. Выдержать жаркую погоду помогут несколько простых рекомендаций. В жару пейте побольше воды, носите легкую одежду и снизьте физические нагрузки. А в период с 12 до 16 часов, когда солнце наиболее активно, лучше без надобности не выходить из помещений. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.